Техника безопасности – это не просто пустой звук, а наши ежедневные привычки и даже образ жизни. Это честное, добросовестное отношение к охране труда и к окружающей среде. Каждый из нас несет личную ответственность за безопасность, ведь дома нас ждут родные и близкие. Мы – мировые лидеры по добыче урана. Мы бережно относимся к окружающей среде, сохраняя ее для будущих поколений. Благодаря нам миллионы людей получают доступ к чистой электроэнергии. В моем коллективе уважают мнение каждого, оценивают работников, основываясь на их компетентности, навыках и достижениях. Главным условием успеха нашей компании является персональная ответственность каждого. Я чувствую ответственность за репутацию нашей компании и всей отрасли, ведь «Казатомпром» — это в первую очередь ответственные сотрудники. Знаете ли вы, почему мы лидеры в отрасли? Профессионализм помог нам достичь всех этих успехов. Вместе мы принимаем взвешенные решения и достигаем поставленных целей. Мы постоянно учимся и развиваемся, внедряем инновации и совершенствуем технологии. У каждого из нас есть возможность получить уникальный опыт в компании мирового уровня и реализовать свой потенциал. Компания становится более современной, динамичной и конкурентоспособной. Так же, как и мы, она постоянно развивается и улучшает свои показатели. Мы очень амбициозны и активны. Почему я чувствую себя нужной в команде «Казатомпром»? Потому что здесь ценят вклад каждого. Для меня важно, что мы работаем в дружной команде, где все поддерживают и помогают друг другу. Мы видим результат нашего общего труда. Согласитесь, это важно. За каждым большим успехом стоят люди. Мы современная и динамичная команда, которая нацелена на общий результат. Мы готовы смело принимать вызовы времени и также энергично отвечать на них, чтобы сохранять лидерство в отрасли и наши конкурентные преимущества. Я горжусь, что я часть команды «Казатомпром», команды профессионалов.